Почему Warcry лучше скирмиш, и в него надо ворваться именно сейчас, в конце 21-го, начало 22-го года? Для начала обсудим плюсы. Первый плюс — это все-таки Wargame от Games Workshop. Кто бы как к ним ни относился, но они делают миниатюры уже порядка больше 30 лет, начиная с конца 80-х годов. И получается, они уже на этом собаку съели. Особенно это видно на новых миниатюрах. Детализация на высшем уровне, простота в сборке. У меня был опыт сборки, покраски миниатюр в модализме, скажем так. Там от звезды, если старые брать, там куча облоя. Этого в миниатюрах от Games Workshop вы вряд ли когда-то встретите. Второй плюс по сравнению с другими варгеймами. Старт не такой дорогой. И третий плюс — это простые правила. Что касаемо минусов, в том, что это не основная система, и она не так часто поддерживается. Хотя, ну, на сегодняшний день практически под все миниатюры в АОСе есть правила, и как бы не проблема в этом. Найти какую-то фракцию или какие-то миниатюры себе по душе вполне возможно. Вот, в принципе, минусов как таковых нет. Да, возможно, не такая глубокая компания, как в Некромунде, но это первая редакция. Возможно, в последующей редакции что-то изменит. Касаемо второго и третьего плюса, если мы сейчас посмотрим на Killzone второй редакции, то он превратился в слышь купи. Купи то, купи это, купи здесь, но вкладывать деньги достаточно весомое нужно. И касаемо третьего пункта правил, в том же Killteam они явно в каких-то моментах очень перегружены, и можно было сделать намного проще. Ну, теперь рассмотрим три варианта, как начать ворваться в Warcry. Первый вариант — это купить стартер. Как раз сейчас в предзаказе есть третий стартер с двумя фракциями. У нас в России на Hobby Games и так далее, я думаю, он уже появится после Нового года. Цена его на сегодняшний день 13650. Ну, приблизительно 14 тысяч. Очень хорошо попилить на двоих. То есть по 7 тысяч это получается на каждого. Что мы имеем в коробке? Это поле, кубы, линеечки, террейн, карточки, книгу правил и две банды. Это вот для старта более чем, даже с избытком. Второй вариант для тех, кто хочет попробовать и еще не знает, понравится ему или нет. Это скачать основную книгу правил, ознакомиться с правилами и купить банду. Именно варкрафтских, таких как Железные Големы, Укротимые Твари, Корвус Кабал, Лорды Шифров, Сплитед Фанги, Тираны Шпиля, Разделанные и Сциона Огня. Также еще есть Кханит. Ну, также, я думаю, появится после выхода стартера вот эти две фракции в новом стартере. Это Лучки там и Конаны. Цена банды 3150 старые, и вот Хранитки и Сцион Огня, они 3415. То есть таким образом мы получаем, что у нас вход в игру, ну, 3500, если мы скачиваем книгу правил, потому что покупать ее за 2000 не вижу смысла. Третий вариант — скачать книгу правил и скачать книгу альянсов, если нам какой-то конкретный альянс нравится, там 4 альянса: порядок, хаос, разрушение и смерть. В этом уже формате нужно рассматривать каждую конкретную фракцию, сколько будет стоить вход. Ну вот на примере давайте рассмотрим флешитеры за фракцию смерть. У них также есть набор баркраевский в коробочке за 3780. Однако эти коробочки выпускаются малым тиражом, и возможно там через какое-то время он пропадет с продаж. Что в себя включает этот набор? 10 гулей и 3 склепа живодера либо кошмаров. В принципе, чем хороша именно эта коробка, она покрывает практически полный модельный ряд представленной фракции. И скидка очень хорошая, плюс правила на, ну, варкрафтские карточки уже идут в комплекте. То есть, ну, ей покупают коробку, не обязательно будет скачивать книгу альянсов. Также еще хорошим примером такой коробки является коробка орков. Там тоже у нас идут, получается, два юнита. Это Аруки и обычные Бруты, которые также покрывают практически полный модельный ряд. И также там идут в комплекте карточки. И третий вариант — это
Можно собрать палату штормкастов сакросанктов с помощью двух наборов Easy to Build. Это получается набор Easy to Build секвиторы и набор Easy to Build костигаторы. Они стоят в районе 1000 рублей за каждый, то есть мы получаем, ну, получаем банду за 2000 рублей для старта. То есть это 7 миниатюр. Да, мы покрываем неполный спектр возможных юнитов в этой фракции, но для старта вполне достаточно. Там еще даже можно повыбирать, можно больше в стрелковых, больше в ХТХ-шных юнитов закачаться. Потребуется расширение, можно уже докупать какие-то юниты в процессе. Также для второго и третьего способа начать играть можно рассмотреть в последующем, если вдруг все-таки зашло и, ну, понравилось, и хочется продолжать играть. Такое дополнение в виде отдельной коробки «Поле плюс Террейн», как раз выпускаемых для Warcry. Стоимость 5775, которая, в принципе, покроет большой спектр, скажем так, с разным террейном. Таким образом, как мы видим, старт в Warcry начинается от 2000, если вот мы штормкаст берем самое минимальное на сегодняшний день, что можно, наверное, собрать. Ну, 2-3,5 тысяч. И потом уже расширение, ну, до 8000. То есть это в среднем мы попадаем в половину стартеров, 7000 рублей. Также еще одним весомым плюсом то, что эти миниатюры новые, именно конкретно выпускаемые для Warcry. То есть они уникальные.